13 марта в Кургазинском районе состоялся 11-й открытый турнир по национальной борьбе «Кореш» среди школьников. Состязания были посвящены памяти воину-интернационалисту, погибшему в Афганистане, Рафику Сиразидинову. В этот день боролись за первенство порядка 60 юношей из близлежащих районов и городов республики. Национальная борьба у нас уже 11-й год проводится. Это уже как открытый турнир. Сначала мы проводили только внутри школы, потом на районном уровне, потом вот сейчас как зональный. Сегодня вот пригласили вот Федоровский район, Милиевский район, Кугарищевский район, Кумыртаус, Ярмолаево. Из нашего района 8 команд присутствуют сегодня, приехали. Где-то 60, больше 60 участников будет. В торжественной церемонии открытия принял участие глава администрации Кургазинского района Ахат Кутлахметов. Он пожелал спортсменам красивых схваток и покорения новых высот. Мы сегодня приехали бороться за честь школы, за честь деревни, за честь своего района, города. Поэтому всем я желаю, самое главное, крепкого здоровья, счастья, успехов. Ваши учебы, чтобы вы учились только на хорошо и отлично, чтобы становились хорошими людьми для нашей страны, республики. После парада спортсменов начались схватки, которые продемонстрировали, что борцы решительно настроены на победу. Показать свое мастерство в борьбе на поясах приехали как молодые, так и опытные спортсмены. Юноши состязались в 9 весовых категориях – от 30 кг до категории свыше 65 кг на двух коврах. По действующим правилам схватки ведутся завязанными кушаками по 3 минуты с выбыванием проигравших участников после двух поражений. Юные борцы поделились своими достижениями на этих соревнованиях. Ну, занимаюсь я недолго, примерно полгода. Это мои первые соревнования. Ну, первый бой прошел удачно, чистым броском. Подготовки шли, ну, упорно. Делали более упор на физическую подготовку и на технику. Ну, все соперники достойны, нельзя их недооценивать. Ну, просто кто-то как бы лучше подготовился, кто-то чуть-чуть меньше, хуже. Но всех нужно дооценивать. И занимаюсь борьбой «Кореш» уже 2 года. До этого занимался греко-римской борьбой. Я только что, у меня была одна схватка, и я ее выиграл. Ну, соперник не такой уж и сложный был. Я занимаюсь борьбой 3 года. Я выбрал, потому что это мужской вид спорта. И я горжусь этим спортом. Соперники довольно-таки достойные. Но я в одной схватке одержал победу. Но я думаю выйти в финал и занять первое место. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, где выявили лучших борцов. Победители получили свои долгожданные дипломы, кубки, медали и ценные призы. Рената Гайсина, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».